Здравия коллегам по опасному бизнесу. Думаю, что я зря купил, что ли, 13-й айфон. На огурцах заработал в прошлом году. Засниму, что у меня тут творится. Да. Так, ну, рассада 2.0. Рассада 2.0. И она уже просится на расстановку. Качество не везде одинаковое. Значит, 400-ка и 450-ваттный LED. Короче, вот здесь вот между ними есть темное пятно. И вот, пожалуйста, тянется. На темном пятне тянется. Сюда самую чахленькую переставили. Ну, где сделали досев, где темные пятна. Завтра будем расстановку делать. Поэтому сегодня уже, думаю, зафиксирую, как оно есть тут. Так, надо посмотреть корневую. Все же сразу как. Какая корневая? А корневая еще рано. Ну, вообще, с самого начала должна была быть вот такая рассада, как первая, которая погибла. Она должна была быть, потому что в новых кубиках, как замечено, в новых кубиках рассада лучше. В бэушных кубиках, сейчас я покажу, рассада уже хуже. Но это и гибрид другой. Здесь она уже себя показывает. Нехти. То есть на будущее надо запомнить, что если сразу не получилось, кубик стоит 20 рублей. 1000 кубиков 2000 рублей. Вот лучше 2000. Ну, лучше вообще без косяков как бы выращивать, да. Но по логике 2000 лучше выкинуть. Так, вот рассада, кстати, сейчас покажу рассада, которая прошлое, до этой рассады высажено. То есть можно ее догонять и вот до такой стадии. Уже она просится. Тут уже корневая вся переплетенная. Уже просится на высадку. Завтра будем ее, это остаток. Завтра будем ее уже высаживать. Выставлять на маты, расставлять. Корпус один подготавливается, вытапливается. Пролиты маты. Надо было, кстати, зайти посмотреть. Там темно сейчас. В общем, рассада 2.0. Уже пищит, надо высаживать. Качество тоже разное. Но тут еще может быть по гибридам разница. Потому что этот гибрид себя показал так. А вот гибрид 4097 уже по-другому себя проявляет. 400-ка лампа блымкает, но все равно результат есть. В любом случае хватает и дна-то, но LED светодиодный получше, в том плане, что охват, экономия, рациональность использования, как вот этого объяснить, не знаю, читал недавно. Ну, в общем, он же как донат идет и на цветение, и на плодоношение, и туда, а светодиодные, сколько там, 6500К или 4000 кельвинов, он уже выдает чисто на зеленуху, на рассаду. Хотя сейчас же доказано, уже он дает и на плодоношение. Ладно, это все должны специалисты рассказывать. Моя задача — это все из этого выжать толк. Конечно, я не Тимур Атажанов далеко. И не все классные блогеры. Но
Будем надеяться, какой-то будет толк. Потому что я же говорю, по осени было, ну вообще, вот в легкую. Просто так. Сейчас же все это идет не так-то легко. Поэтому вошкаемся. Зато будем расставлять. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну лады. Всем здравия. Будем ваять. До связи.